Всем привет! На календаре уже почти выходные, и самое время задуматься, как их провести. Самые топовые места, интересные и вдохновляющие события мы подобрали в нашем обзоре. И прямо сейчас я готова с вами поделиться. Поехали! Сегодня вечером идем в театр. На сцене Самарской площади история о любви. Сильной, преданной, женской. В центре внимания вероломный поступок Филумены, женщины, с которой главный герой, богатый коммерсант, прожил 25 лет, которой он доверял и которая стала привычной деталью его богатого интерьера, не поддается пониманию. Спектакль «Филумена Мартурана» – это гимн женщине, сильной, любящей. Спектакль о преданности и любви, о том, что семья для женщины – самое дорогое на свете. Прогуливаясь по современной Самаре, люди видят огромное количество торговых центров, магазинов, рынков и даже не задумываются, что многие из них существуют не один десяток лет, а некоторые появились еще до революции. Самара славилась своими обширными торговыми связями. Достаточно большой процент населения был занят в торговой сфере. Какую пользу должны были приносить площади города? Как жители влияли на создание базаров? На лекции «Самара торговая» в музее Ильдара Рязанова самарцам предлагают прогуляться по торговым рядам Троицкого базара в субботу. Расскажут интересные исторические факты и поделятся полезными советами. Лекция «Дневник как карманный психолог» пройдет в субботу в Горький центр. Дневники появились в жизни человека задолго до рассвета психологии. Многие поколения доверяли бумаге свои переживания. В 20 веке психологи задумываются и о роли дневника в жизни человека. Представителями разных направлений психологии создаются способы изложения своих переживаний на бумаге, помогающие улучшить психологическое состояние. На лекции психолога и когнитивно-поведенческого терапевта предлагают знать о том, какие способы ведения дневника существуют, и выбрать наиболее подходящий для себя. Такой дневник станет не просто хранилищем переживаний, но и настоящим карманным психологом. В воскресенье Самарская филармония приглашает на концерты цикла «Современное дирижерское искусство». Управляют оркестрами народные и заслуженные артисты России и Республики Беларусь, а также обладатели премии «Золотая маска». В этот вечер исполнят произведения Бетховена. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. Пока-пока.